Сегодня день работников нефтяной и газовой промышленности. С этим праздником, а также 30-летием со дня основания города, губкинцев поздравил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Сегодня он находится в нашем городе. Я поздравляю всех вас с 30-летием замечательной компании «Роснефть-Курнефтегаз», с 30-летием города Губкинский. Очень символично, что все это происходит в один день, потому что все знают на территории всего Ямала, что этот город образовался благодаря людям, которые приехали сюда добывать нефть и газ. И именно строители, буровики, геологи, медицинские работники, педагоги и много-много других профессий создавали много лет этот замечательный город, и он по праву носит название самого красивого города Ямало-Ненецкого автономного округа. Эти слова Дмитрия Кобылкина прозвучали сегодня во Дворце культуры «Нефтяник». Там губернатор Ямала вручил награды сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Роснефть-Курнефтегаз», которому в этом году исполнилось 30 лет. На торжественном собрании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сотрудникам «Курнефтегаза» вручили грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и энергетики, губернатора Ямала, главы Губкинского и компании «Роснефть-Курнефтегаз». На торжественное собрание во Дворец культуры «Нефтяник» пригласили сотрудников предприятия, первопроходцев, первых руководителей «Курнефтегаза», депутатов разных уровней власти, глав муниципальных образований. Дорогие друзья, всех поздравляю с праздником, с юбилеем «Курнефтегаза», с юбилеем города, с профессиональным праздником, днем работников нефтяной и газовой промышленности. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого хорошего. Для нас это на самом деле особенный год. В этом году мы добыли 250 миллионов тонн нефти на месторождении, где ведет свою деятельность «Рынпурнефтегаз». Мы сегодня с вами празднуем 30-летие нашего родного предприятия, 30 лет нашему городу. Я хотел бы поблагодарить работников «Рынпурнефтегаз» за их кропотливую работу, за ваш профессионализм. Благодаря этому «Рынпурнефтегаз» успешно выполняет все производственные показатели, задачи, которые перед нами стоят руководство компании. Творческим подарком в День работников нефтяной и газовой промышленности стал концерт победителя шоу проекта «Голос-2013» Сергея Волчкова. Guarda che luna